Несмотря на то, что мы совсем недавно выходили с новостями, сегодня я хочу поделиться новостью, которую просто не могу держать в тайне. Поскольку мы, как я уже рассказал, занимаемся комбинированными съемками, у нас есть довольно сложная задача, которая заключается в том, что камера здесь, на масштабном макете, должна в точности повторять движение камеры, которая была у нас на натурных съемках, но при этом в масштабе. Сейчас во всем мире на съемочных площадках активно используются системы motion control. Это когда камера повторяет в пространстве какое-то движение больше, чем один раз, и повторяет его очень точно. И такая же система понадобилась и нам. Если речь идет о движении, например, по рельсам, то это сделать относительно несложно. Можно поставить камеру на тележку, рассчитать там необходимое расстояние, необходимую скорость и сделать это. Но бывали случаи, когда мы использовали более сложное оборудование, краны, стрелки там, с управляемой головой, например, и движение камеры было очень сложное. И теперь нам необходимо это движение повторить. Есть несколько вариантов систем motion control. Есть, например, такие системы, как Технодолли, но мы убеждены, что это не наш вариант, поскольку нам требуется совсем другой уровень точности из-за масштабирования в 16 раз. Грубо говоря, это должен быть робот, который способен, в который можно заложить программу и который может это движение повторить. Такие роботы в природе существуют, но в России их практически нету. За границей они существуют, но это очень дорогое оборудование. Его сюда очень дорого привезти, там чрезвычайно дорогая аренда, в общем, невозможная вещь. Когда мы поняли, что нам предстоит такая задача, мы, значит, естественно, стали искать какие-то решения, там, сделать это как-то там своими силами. И дальше, значит, произошло такое чудо, вот, собственно, о котором я хочу рассказать. В Петербурге есть научно-исследовательский институт робототехники и робото-кибернетики. И при этом институте, в Политехническом университете, есть кафедра мехатроники и роботостроения. И при этой кафедре существует недавно созданная лаборатория промышленных манипуляторов. И вот наши ребята обратились в ЦНИ РТК за помощью, рассказали о нашем проекте, рассказали о нашей проблеме, о наших задачах. И чудесным образом оказалось, что в этой лаборатории есть промышленные манипуляторы, которые могли бы нам подойти. И вот директор этого института, Александр Витальевич Лапота, со своей командой, выслушав, значит, наши чаяния, все проблемы и задачи, проникся большим уважением к нашему проекту и желанием помочь. Технологии используются широко в мире, но, как выяснилось, в России ни специалистов, ни самой технологии, которая позволила бы это сделать, нету. И поэтому мы решили постараться помочь проекту 28 панфиловцев и решить эту задачу с помощью промышленного манипулятора, который у нас есть. Ребята поставили нам вот это вот фантастическое вот этого робота, который на самом деле отвечает нашим требованиям и может решить все наши проблемы. То есть это просто такое, как это сказать, это просто чудо произошло, можно сказать. Замечательные совершенно питерские ребята, которые вызвались нам помочь, сейчас осуществляют вот эту нашу мечту. И все это не похоже ни на какие другие съемки, в которых я участвовал. И безумно интересно, сложно, но очень интересно. Кроме того, удивительно то, что ЦНИ РТК вошел в наш проект как бы в рамках собственного эксперимента, потому что киноиндустрия и вот эти вот задачи, которые в киноиндустрии решаются, это новый рынок для промышленных манипуляторов. В мире существует очень много промышленных манипуляторов. Отечественных в России пока нет, поэтому мы используем иностранные, но как раз есть повод для того, чтобы задуматься и заменить это все дело. Мы надеемся, что если результат получится такой, как мы планируем, а может быть даже лучше, чем мы рассчитываем, что эта технология начнет более активно использоваться именно в российском кинематографе, потому что сейчас в нашей стране такого не делает никто. Это я могу сказать с абсолютной уверенностью. Поэтому сейчас можно сказать, что в наш проект влился научный эксперимент, который крайне полезен для нас и крайне интересен для ЦНИ РТК. И вот в таком вот чудесном симбиозе сейчас вот продолжает рождаться наш фильм. Вот, собственно, такая вот невероятная история.